Поздравляем с забитым голом. Во-первых, для тебя это важно было? Очень важно. Конечно, всегда хочется сразу забить в товарищеских играх, чтобы в сезоне полегче было. Тебе сегодня легче уже было играть? Да, в принципе, я вышел на 30 минут, не так тяжело. Это нормально, уже работа идет, сколько потренировались. Уже 2 недели, как бы уже форма потихоньку лучше и лучше. Нормально, в принципе. Повреждение, которое было, оно уже не дает о себе знать сейчас? Есть мелкие травмы, все, но без этого никуда на тренировочном процессе получаем. Ну, в принципе, нормально. Если выхожу играть, значит, нормально. Как сегодня игра? Как первый тайм смотрелся со скамейки и затем уже непосредственно, когда появился на поле внутри? Ну, начали первые минут 5-10 как-то неуверенно. Сначала, ну, наверное, все равно состав новый, игроки притираются друг к другу. Потом, я считаю, выровняли игру, и были моменты хорошие. У Никич Хапели мог забить, и еще у ребят. Так что, в принципе, нормальный первый тайм. Когда вышел, тоже игра, в принципе, такая же была. Просто где-то в борьбе побольше стали выигрывать мячей. И вот следствие пенальти, и потом еще забили с прострела. В принципе, соперник сегодня-то особо голевых моментов таких и не создал, наверное. То есть, в принципе, тяжелую какую-то сверхзадачу он не поставил нам сегодня. Ну, наверное, да, так как ударов особо так и не было, таких моментов у них. Были подходы, конечно, как всегда. Ну, защита, значит, хорошо сыграла, это хорошо, но ноль, это главное. Пока вы побеждаете, это как-то эмоционально вам придает уверенности, это во благо идет? Ну, конечно, всегда победы, это хорошо, лучше всегда выигрывать. Хотя, говорят, на предсезонке можно проиграть где-то, но все равно победа есть победа, это положительные эмоции.